Наша телерадиокомпания «Русфонд» продолжает совместный проект помощи тяжелобольным детям. Вы уже откликнулись на просьбы многих детей. Спасибо вам. Сегодня мы можем помочь Ралине Сафиной. У девочки серьезные проблемы со слухом и требуется дорогостоящий аппарат, который ее семья самостоятельно приобрести не в силах. Как только мы его запрограммируем, его можно вот уже носить. Этот небольшой прибор может полностью изменить жизнь 9-летней Ралины Сафиной. Проблемы со слухом обнаружили еще в 4 года. Мы изначально не могли понять, в чем проблема. То, что ребенок не отвечает нам, если мы ее зовем, она как-то игнорирует. Все ссылались на то, что ну вот заболевание по неврологии. А потом уже позже, когда ребенок стал постарше, ближе к 4-5 годам, она уже ответ нам начала в ответ говорить, то что говорите громче, я не слышу. Потом родители заметили, что девочка старается читать по губам и близко садится к телевизору. Диагноз – хроническая сенсоневральная тугоухость. Сейчас Ралине нужен премиальный слуховой аппарат, чтобы она смогла чувствовать себя здоровым ребенком, без проблем общаться со своими ровесниками, ходить в школу и усваивать учебную программу. Премиального класса аппарат – это высокие технологии, которые дают очень хорошее звучание и разборчивость речи активным детям именно в школе. Потому что в школе это очень сложная акустическая ситуация. Там большие помещения, эхо возникает. Когда эхо не так четко понимаешь речь. Там удаленное расстояние от говорящего учителя. Несмотря на свой диагноз, Ралина занимается в музыкальной школе, получает грамоты, любит рисовать и вместе с сестрами устраивать домашние концерты с танцами и песнями. Ее мечта – стать кондитером, и только со слуховым аппаратом она сможет обучаться как сидеть и строить свое будущее. Многодетная семья не в состоянии оплатить новые слуховые аппараты дочке. Помочь Ралине можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Его стоимость 75 рублей. Как внести больше вклад можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда. Елизавета Жукова, Никита Граханцев, Вести, Татарстан.